Всем привет, ребят! Хотел с вами сегодня поделиться маленьким лайфхаком, которым со мной поделился один из моих подписчиков. Ну, вы сами понимаете, ребят, да, вот этот вот режим с Левиафаном, он пока что актуален. Я думаю, еще в ближайшие недели он будет примерно актуален. И за уничтожение Левиафана дают различные плюшки, в том числе опыт, кредиты и так далее. Да, там различные сундучки выпадают. В общем, смысл играть в этот режим есть, особенно если вы хотите халявки побольше себе получить. Но уничтожать Левиафана не у всех получается, да и с командой не всегда везет. Так вот, ребят, может быть, кто-то из вас уже сам догадался. Может быть, для кого-то это будет таким же открытием, как для меня. Но игроки уже нашли способ, как эффективно практически вплотную уничтожать Левиафана, при этом не получать от него дамаг в ответочку. В чем заключается, соответственно, лайфхак по уничтожению? Порядок действий. Ну, первым делом вам нужно просто-напросто приспешников Левиафана немножечко отстрелять, но это так. На любителя, если хотите, можете уничтожать, просто они вам будут мешаться. Вот, ну и, соответственно, зачем вам нужны все эти дополнительные проблемы? Во-вторых, ребят, вам придется, ну, либо переназначить с кнопки Q выстрел со второстепенного орудия, либо, ну, не пользоваться голосовой связью. В общем, в любом случае, второе орудие отдельно стреляет на кнопку Q, если вдруг кто не знал, по умолчанию. Ее можно поменять на любую другую кнопку. И в чем заключается непосредственно сам лайфхак? Когда вам никто не мешает, вы прячетесь за любым укрытием, и, соответственно, пользуясь тупейшим искусственным интеллектом в этой игре у Левиафана и у его приспешников, начинаете уничтожить Левиафана. В чем фишка, ребят? Вот, например, у Фрэнки башня находится в передней части, да? Вы совершенно спокойно, значит, прям по пунктам вам говорю, берете в автозахват Левиафана, в автозахват, отъезжаете основной частью корпуса за любое укрытие, например, за дом, и совершенно спокойно по КДшечке, а второстепенное орудие дополнительное перезаряжается достаточно быстро, просто-напросто торча из-за дома одной вот этой вот башенкой, наносите Левиафану кучу дамага. При этом он в ответ, даже если и будет в вас стрелять, да, что, скорее всего, ну, не будет, скорее всего, стрелять, а если и будет стрелять, то он тупо стреляет на автоприцеле и стреляет в центр танка. Таким образом, он просто-напросто в вас попадать не будет, а после его КДшечки вы можете выезжать и еще основным орудием вваливать ему дамаг. Вот такой вот, ребят, очевидный, неочевидный, для меня было неочевидно. Честно вам скажу. Но для большинства из вас, я думаю, наверняка этот лайфхак был очевиден. Вот. Пользуйтесь и уничтожайте как можно больше левиафанов. За это тоже дают плюшечки. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, видео было для вас полезно. Надеюсь, что-то новенькое вам рассказал. Ждите в ближайшее время кучи полезных информативных видосов на различные темы. И давайте напишем в комментариях, знали вы про этот лайфхак или нет. То есть, ну, не забывайте, да, что для меня комментарий — это второй лайк. А первое я никогда не отказываюсь. В общем, до скорых встреч.